Вот небольшая распаковочка. ПИК – это комплекс биоактивных веществ корня топинамбура. Он замедляет усвоение легкодоступных углеводов и жиров. Очень хорош для костей, так как он образует большое количество органических кислот и поэтому ускоряет усвоение кальция. Очень хорошо восстанавливает микрофлору кишечника, выводит также тяжелые металлы и токсины из организма. Также он содержит магний, кремний, марганец. Это порошок, его употребляют 1 кофейную ложку, разводят в воде утром натощак. Это Pure Life, это очищающий фитосорбент, который мягко очищает организм от токсинов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует микрофлору кишечника. В составе есть псиллиум, это оболочка семян подорожника, есть корень лопуха, сено, ромашка, также есть корень топинамбур, шиповник, целый комплекс пищевых волокон. Он также служит для диетической коррекции в организме. 1 чайную ложку растворяем в теплой воде, 50-60 градусов. Я взбиваю блендером и выпиваем его. Можно употреблять 1-2 раза в сутки. Чистоты. Здесь 3 баночки. Клеточное очищение и антиоксидант. Программа рассчитана на 1 месяц. Это тройная система комплексного клеточного очищения организма. Для кого она? Для тех, кто проживает в мегаполисах, кто работает на вредных производствах, кто имеет хронические заболевания, которые приводят к образованию шлаков, болезней печени, почек. Что делают истоки чистоты? Они улучшают состояние кожи, состояние волос, пищеварение, нормализуют сон, улучшают иммунитет, улучшают зрение. Это все я рассказываю, здесь программа для очищения организма. Также Синхровитал 4. И это хронобиологическая защита печени. Улучшает регенерацию клеток печени, оказывает мягкий желчегонный эффект. Улучшает отток желчи. Принимать утром и вечером во время еды. Также печёночный чай, 1 пакетик чая, 1 раз в день принимать. Здесь 30 пакетиков как раз на месяц, как и истоков чистоты. Еще вот у нас появилась вот такая омега-3 ультра. Это супер омега. Способствует поддержанию работы сердца, сосудов, зрения. Улучшает работу мозга. Наш мозг состоит из 60% жира, поэтому он нуждается в омеге-3. Употреблять 2 капсулы во время еды. Вот еще такая бутылочка. Это гиалуроновая кислота с витамином С. Это бьюти-комплекс. Стимулирует выработку коллагена в организме. Активирует выработку собственной гиалуроновой кислоты. Предназначен как для мужчин, так и для женщин. Ну вот такой краткий обзор небольшой посылочки. Информацию вы всегда можете получить в группе Telegram. Ссылку оставлю под видео.